Всем привет! Вот моя рассада, вот так она подросла. Вот мои баклажанчики, которые я пикировала. Вот баклажанчики. Вот у меня солнышко утром. Вот это мои перцы вытянулись. Эти вот перцы я сажала в эти в таблеточки. Вот. Я что хотела показать. Вот говорят, не надо перцы пикировать. Вот вы знаете, вот эти перцы, вот я пикировала вот эти перцы, это горький перец, ну, острый. Вот. И я пикировала его вот из этой коробочки. Вот смотрите, не пикированный перчик, вот он почему-то остановился в росте. Смотрите, совсем маленький. Вот, совсем вот манюсенький. Это один и тот же перец. А эти я вот просто в цветы вот сюда засунула, место было, я засунула, и вот у меня, смотрите, это один и тот же перец. Вот этот большой, а тут маленький. Мы вчера привезли землю, вот я хочу сегодня вот этот перчик тоже попикировать, потому что еще, да, моя высадка будет в мае месяце, время еще есть, я думаю, он подрастет. Вот у меня такие вот перчики. Вот у меня солнце здесь такое. Вот моя рассада, вот так вот она выросла. Вот баклажанчики, которые я пикировала. Вот они все веселенькие, хорошенькие стоят. Вот. Вот так вот. Я хочу показать, в чем преимущество вот этих стаканчиков из баклажек. Они вот многоразовые. Вот это в прошлом году я их делала, даже, наверное, позапрошлом. Вот я их даже не мыла, просто собрала, не было времени, вот даже земля еще осталась. Летом, как всегда, нет времени все это помыть. Но я просто их собираю в мешок, большой мешок белый собираю. Да в любом, собственно, можно и в черный, из-под мусора. И вот они у меня лежат до весны. Вот я их набрала, пошла из мешка, собрала, сколько мне надо. Я сейчас их помою и буду в них пикировать. Вот. А вот эти стаканчики я больше покупать не буду, потому что они после полива становятся вот такие. Вот. Все размякли. Они испортят и подоконник, потому что вода. Ванночки я не хочу тоже ставить. Вот видите, что мне не нравится вот такой способ. Все-таки стаканчики лучше. Вот, это мои помидоры. Они даже что-то плохо растут в этих стаканчиках. Ну да ладно. Рассада моя. Еще раз всем привет. Вот я приготовила, значит, баклажки помыла. Вот складываю сюда землю. Вот. Хочу посадить вот эти перчики, которые я вам показала, которые вот я их не пикировала. Но что-то там то ли земля плохая в этой коробочке, то ли что, я не знаю, уж какие-то мушки завелись. Что-то они у меня остановились, плохо растут. Вот, я хочу, в общем, их это пересадить. Еще время есть. Вот они что-то так плохо растут. У меня вот тут вот тогда остались, я пикировала вот эти помидорчики, воткнула, вот видите, в один горшочек. Ну вот, вот тоже их хочу рассадить. Они до мая месяца хорошо вырастут. Вот. В общем, вот сегодня я вот буду заниматься вот этим. И вот помидоры вон те, сколько у меня земли хватит, мы купили два, вот такой грунт торфяной, вот, два пакета купили, вот у меня насколько земли хватит, я вот сегодня посажу, значит, вот, вот так вот. Сейчас я наберу, я, мне чтобы удобнее было, я вот такой тазик насыпала. Суховатость, да ну ничего, польется, ничего, нормально.
Вот сегодня, значит, я вот опять сажаю. Вот. Стаканчики. Это прям жалко перчики. Там я вот несколько штук пересадила. Они такие большие, там прям в два раза больше, чем эти. А эти прям вот стоят на одном месте, не растут. Вот я их сейчас посажу и понаблюдаем за ними, как они будут расти. Вот один пакетик. Распасовали. Вот я все время вот такие баклажки беру. И дешево, и сердито. Не надо деньги тратить. Дырочки я не делаю. Я просто их не заливаю, и все. Они хорошо у нас тут в баклажках. Я каждый год так пользуюсь ими. И вот, вон пошла, сейчас вон мешок сложила летом. Некогда, когда я не мою. Смотрите, какие корешки хорошие. Вот. Смотрите, прям такие хорошие корешки, большие прям вот. Сейчас вот будем сажать. Суховатая земля. Вот. Вот один есть. Прям вот так руками. Вот и корешок какой большой. Ну, сейчас засунем. Вот так. Сыпем. Вот и все. Минутное дело. Жалко, прямо приостановились в росте. И стоят корни-то какие хорошие, большие. Вот мы им сейчас побольше тут земельки. Может быть, им земельки мало. Вот так. Вот. Пойдут у нас перчики. Я их ножом вытаскиваю. Не пошла за вилкой. Вот все ножом. И все. Хорошо. Вот так вот. Чтобы быстренько-быстренько мне еще обед надо варить. Я вчера ничего не варила. Мы купили колбаску, сосисочки. Вот целый день с сосисочками, с колбасками. А варить не стала. Уже поздно было. Вот. Хочу тут с фрикадельками сварить. Вот так вот. О, видите, как хорошо. Вот. Так. Вот. Пойдет, ничего, вырастет еще полтора месяца. Сейчас полью их. Вот перчик у меня вот будет готово уже. Потом вот все помидорки рассажу. Это я тут распикировала. И остались у меня маленькие. Я взяла в один горшочек, засунула, чтобы их... Они у меня подросли вон хорошо. Вот теперь пропикирую их. Кто-нибудь добудет. Вот так вот. А тут вообще маленькие еще. Я уже позже их сеяла. Не знаю... Вырастут. Да пусть пока сидят вот их в коробочке. Вот совсем-то манюсенькие. А этот вот тоже совсем тварич. Или уже посадить, что ли, их. Что-то белое вот это такое. Это что? Я вонял такое. Нет. Вот. А два я не знаю, где что ли оставить. Я натыкала вот этих вот от кошек. А он все равно лазит. Сажу вот здесь вот так. Один до второй. Корешки хорошие, большие. Вот. А сюда просто какую-то земельку подсыпать новую. Я никакими удобрениями не поливаю. У нас дома свой навоз и перегнившая вот эта сено, трава, перегной. Я никогда не поливаю. Ну вот, перчики я посадила. Вот у меня что тут осталось.
Вот эти маленькие, они буду их трогать, а эти два вот так вот и пусть растут. Вот. Сейчас полью. Вот водичка чистая из крана. Вот. Мне нравятся эти стаканчики. Я каждый год ими. А сейчас в этом году что-то увидела эти стаканчики бумажные. Думала, мне, наверное, хорошие, попробую. Ну, можно все попробовать, конечно. Но мне они не понравились. И когда начинаешь поливать, они размокают. И даже баночки, они вон все плесневить начинают. Это, не хочу, они мне что-то не понравились. У нас условия такие какие-то, наверное, дома другие. Может быть, у нас немножко сыровато на окошке. Вот, ну не знаю, вот я вот баклашечки вот так вот сажаю. И каждый год они у меня рассада хорошая. Я вот вам показала, рассада хорошо растет, что мне помидорки не очень-то, мне не очень они нравятся. Вот. Вот так в основном рассада хорошая. Вот. Как, перчики изумительные. Ну все, сейчас вот эти помидоры рассажу. Или эти уже рассадить, эти пусть растут. Наверное, придется большие высаживать и рассаживать. Ну, в общем, пока отключу, все приготовлю. Вот я рассадила помидорки. Такие вот они. Вот. Вот этот большой. Эти поменьше. Вот. Это большие вот отсюда. Вот я один вытащила. Комочки. Я их так вот натолкала, напихала. Уже лишние, что ли. Ну, вот я их рассажу. В крайнем случае, если они будут сильно вытягиваться, я их обломаю. И поставлю воду, я так делаю, уже они дают корешки, вот я пока присыпала, у меня вот немножко земли осталось, стаканчика на три. У меня нет стаканчика, вот кончились, надо пойти сейчас помыть еще. Вот этот я прикопала, вот я их как раз сейчас стаканчики помою и посажу. Ну эти я уже буду завтра сажать, я поеду за землей. Я заказала по интернет-магазину «Моя родня» этот грунт. Там грунт по 50 рублей. 50 рублей и сколько-то копеек. 34, что ли, копейки. Я заказала еще в воскресенье. Но вот мне только сейчас позвонили. И завтра я поеду за грунтом. Вот. Там подешевле. Вот. Ну, в общем, вот такие вот у меня помидорки. Я их полила, посадила. Сейчас на окошечко поставлю. Ну, пожалуй, на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.